Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Записываю сегодня очередную серию Мега Нагибчика. Сегодня покатаем на контроле точечек на карте Forest. Кто, ребятки, не видел, кто не знает, тот уже, наверное, понял по названию превьюшечки. То, что я себе наконец-таки прикупил второе устройство на молот. Видео не удалось мне записать по его покупочке, поэтому выходит оно позже. Теперь наконец-таки на моем мега нагибчике уже имеется два устройства на молот. Ну и тут мы попробуем выиграть эту каточку. Да, и в принципе я бы хотел рассказать, почему именно молот нагибает с двумя устройствами. Почему нужны устройства вообще в принципе для молота? Ну, в принципе, ответ прост. Данное устройство, например, которое я купил последним на 5 выстрелов, дает не такой, ну, не такой плохой плюс к моей пушечке. 5 все-таки выстрелов реально улучшают, ну, можно сказать, улучшает пушку, ну, как бы это устройство. Ну, да, давайте допустим тот факт, что оно улучшает пушку, и при этом нагиб на данной пушечке увеличивается, конечно же. Вся суть в этих 5 выстрелах в том, что за полный баллон, ну то есть бывает на таких званиях очень много раскладов. Например, то, что корпус выдерживает максимум, то есть 2000 урона. А 2000 урона можно выдать с одного молота. То есть без устройства я могу снять, к примеру, три танка, да? То есть 3 выстрела, 3 танка. Тут же у нас получается 5 выстрелов. Значит, на 2 танка при лучшем раскладе я могу снять больше. Разницу чувствуете? Как бы тот факт, то, что перезарядка на данной пушечке становится дольше, в принципе, вообще никого не смущает при покупке данного устройства, потому что, ну, бывает очень много раскладов. Например, вы выдаете 5 выстрелов и тут же уходите на рез. При этом вы выдали уже 5 выстрелов, попрошу, а не 3. То есть вам не надо быстро уходить на перезарядку. Вы дали 5 выстрелов, спокойненько ушли себе на респик, опять респанулись, а опять у вас 5 выстрелов. То есть вот как сейчас, например, 2 респа подряд, у меня такой вот раскладик происходит. Также хочу сказать, что сегодня последний день X2 фондиков. Данные X2 фонды прошли вообще, ну, просто божественно. Уже под последние дни они так поднадоедают. Опачки, а что это у нас? Пацанчик на моем же звании имеет такое же самое вооружение, как у меня. Ничего себе. А что у него по прокачкам? Прокачан немножко меньше. Ну, а так, в принципе, да, красавец, молодец. Молодец. Надо бы попытаться вытянуть эту каточку, но что-то моя команда не тянет. Игроков тут маловато. Кажется, попахивает сливом. Придется нам сыграть еще один боечек здесь. Обкатать, выполнить заданочку. В принципе, давно уже видео по мега нагибчику у меня не было. Вот захотелось мне так записать. Рассказать, при том, что устройство выпало. Суперская. Мне оно, ну как выпало, я его приобрел наконец-таки. Следующая цель на данном аккаунтике — это, конечно же, докачать викинга молот. Сейчас он у меня качан на 18 шагов, что викинг, что молот. Сделаем мы фул его, а дальше я думаю, что мы будем катать с максимальными позволенными мне званиями, если так можно выразиться. Конечно, я выразился немножко неверно, но ладно. Пусть будут позволенные звания. И на данное время мне так кажется, что максимальное звание, с которым я могу играть, это генералиссимус. Попробуем записать что-то в виде новой рубрики, типа «Малой нагибает генусов», что-то в этом роде. Попробуем покатать. Если вам, ребятки, понравится, то обязательно оцените это. Так что все-таки канал потихонечку набирает хоть какую-то популярность, да, если так можно выразиться. Аудитория потихонечку растет. Надо бы что-то уже годненькое начинать снимать, пробовать. Что-то будет заходить, что-то может не будет заходить, что-то будем продолжать.
что-то нет. Все зависит по большей части от вас, ребятки. Что вам нравится, то обязательно лайкайте, пишите добрые комментарии, мол, нагибаешь, красава, или что-то в этом роде. Я, конечно, не хочу, чтобы каждый писал, например, комментарии просто потому, что я попросил. Если вам серьезно, ребятки, нравится, то обязательно оставляйте комментарии, при том, что на каждом почти что видео, оставляя ваши комментарии, вы можете еще при этом неплохо так подзаработать, выиграя золотые ящички, а также промокодики на контейнеры. Так что участвуйте и в этом. Также у нас в группе проходит очень много конкурсиков. На стримчиках также тоже проходят всякие конкурсики. Так что можете тоже участвовать, приходить, нагибать вместе со мной. В общем, весело. Ну, в принципе, данное видео я буду заканчивать. Все, что я хотел рассказать про свой викинга-молот, про то, что устройство я наконец-таки приобрел. Мы будем в дальнейшем пробовать нагибать как можно больше не нагибающих танков, я бы хотел сказать, а максимально прокачанных аккаунтов, званий больших. То есть на своем генерал-майорчике я буду играть с максимальными доступными мною званиями. Будем пробовать нагибать именно их, потому что, ну, вы сами видите, что для данных званий этот аккаунт, можно так сказать, чересчур круто качан, да. Поэтому нам нужны более крупные цели, больше нагиба, больше интереса. Так что, ребятки, если понравилось данное видео, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Также оставляйте свои комментарии, как я и уже сказал. По вашим комментариям я буду выбирать победителей на золотые ящики и контейнеры. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо, что смотрели. Всем пока!